Всем привет. В общем, мужики, забрал кенгурятник сегодня. Поехал. Накупил болтов. В общем, забыли мне болты положить, короче. Накупил он уйму болтов. И еще купил вот эти обновить в панели новенькие. Там всего 4 болта. Ну, я взял одни покороче, другие чуть подлиннее, на всякий случай. Что целится, доедет несколько. Сейчас приеду, буду показывать. Да, в принципе, все знают, как станет просто. Я вот, допустим, не нашел, какие там болты нужны. Так, вот он, кенгурятник. Состояние такое вообще шикарное, я бы сказал. Сейчас будем его тулить на машину. Так, были куплены вот такие болты головные. Ну, у меня на 17 вот. Головка на 18. Фу, на 17. Так, я просто не нашел. Видео какие. Человек забыл мне положить. Ну, ничего страшного. Взял гравера на всякий случай. Так, ну что, дамы, господа, решетка снимается, она на клипсах, вот она, вообще легко. ВД-шечкой смазан, уже вернее смазан. Сейчас будем лепить. В общем, немного тут столкнулся с трудностью. Вот видите, на моей решетке она оригинальная, все, идет вот такая вот линия. Эта линия идет на машинах, на которых стоял уже кенгурятник. То есть тут по линии все понятно. Красавцы америкосы. Тут ничего не надо выдумывать. Просто отрезать ровненько. И все. Потому что не залазит туда подкрепление. Сейчас будем мутить. Так, ну вот, все отпилил. Подровнял. По сторонам тоже. Сейчас будем ставить. Извиняюсь, машина грязная. Ну, теперь и сзади стоят, и впереди стоит. Став вообще четко. Вот он, как он крепится. Вверх-вниз только, чтобы его ровно сделать, можно там подрегулировать. Есть кенгурины без вот этой. То есть только вот это основание, без вот этой. То есть все родные, и те родные считаются. То есть тут нахлёст идет просто на хром решетку. У нас погода, конечно, не балует, прям снежок. Вот как выглядит кенгур. Погода у нас, конечно, такая волшебная, зима настоящая. Ну, вот так вот. Ну все, теперь колесики будем ждать. Все, всем пока.